Снова нас подвела, как обычно, скамейка. Опять вынуждены были играть одним составом, 11 человек. Запасной у нас оказался вратарь, на всякий пожарный. Игра понравилась, соперник очень комфортный, удобный. Мне понравилось, как сегодня мы сыграли в целом. Просто сами виноваты, привезли себе 3 гола. В силу того, что скамейки нам не хватило уже, физически просто матч не вывезли до конца. Ну и все. Но вот, забили вот он итог, 4-2. Но забили красивый гол. Ну, ответили взаимно таким же голом. Второй вам помогли забить активно, старались. То есть не хватило народу, как обычно? Да, сегодня не хватило, как всегда. Как обычно, не хватило скамейки, не хватило силенок. Продержаться до конца у соперника отличный состав был. Большая скамейка, много количества замен. Как бы тут объективно просто нас дожали физически, как бы ребята. И футбол у них хороший, в принципе, налаженный. Хорошо играют, молодцы. Без каких-либо... Спасибо большое им за игру. Игра была хорошая, достойная. Я смотрел сверху после 2-2. Вы чего-то при 11 человеках не попытались построить маленький автобус сзади, а продолжали вроде здоровье. Появилась такая маленькая надежда, что соперник дает, как бы, да, дает зоны, отдает пространство, что есть возможность еще вытащить, победу, так скажем, выдернуть. Но переоценили свои силы и возможности по ходу и допустили пару ошибок и пустили голы. Ты как руководитель команды, ты следишь, кто у вас следующий соперник? Знаешь? Нет. Подколол. По-моему, они Торпедо случайно. Ну, почти никто не знает, кто у них следующий соперник. Ты не один такой, могу тебе порадовать. Неизвестно. Ну, вы поступательно. У вас уже наступила вот эта вторая часть сезона, или еще вы подходите к ней, когда вы начинаете выигрывать? Ну, слушай, да, скорее всего, потихонечку мы переходим вот этот наш барьер, который мы не могли никак эмоционально перешагнуть. Сейчас мы его потихонечку переходим. Народ дополняется постоянно, селекция какая-никакая ведется. Вот. Но надеюсь, что... Надо уже набирать обороты. У некоторых ребят подходят свои чемпионаты к концу. Думаю, к середине июня начнем потихоньку стабилизировать уже состав и двигаться уже выше по турнирной лестнице.